суббота, инста-новости, ваших сторис, вы все правильно поняли, привет! И сегодня мы не будем вас грузить никакими новостями, никаких инстаграмных видео, вообще ничего, попросим только лишь об одном – проголосовать за понравившееся видео. Мы решили сделать такой топ-3 самых прикольных видео, которые вышли у нас на этой неделе. Пожалуйста, посмотрите и проголосуйте за то, которое считаете самым-самым. Итак, номинанты. Первый номинант – парень, который налил полное ведро халявной газировки в одном из фастфудов Ставрополя, а потом опрокинул это все на себя. Второе видео, которое, возможно, достойно вашего голоса, это девчонки, которые устроили грязные танцы на озере с Аленом. И третье видео – это ставропольский милый ежик, который просто залез в баночку для того, чтобы съесть очень вкусное и калорийное мороженое. Что ж ты будешь делать, зайчик? Ну зачем ты травишься? Поставьте лайк или дизлайк под каждым видео, и лучшего мы назовем уже этим вечером, потому что мы самые оперативные новости в мире. И увидимся в понедельник. До понедельника. Пока-пока.